Ольга Мигунова, президент Международной академии гипноза и энеомедицины, профессор, академик, доктор медицинских наук, лауреат премии Чижевского, Ломоносова, Вернадского. Врач-психотерапевт, ученица знаменитого гипнотизера Вольфга Мессинга, Мигунова работала в горячих точках – Афганистане, Чечне, выводила бойцов посредством гипноза из сложных психических состояний. На сегодняшний день Ольга Мигунова – единственная в стране женщина-гипнотизер, работающая на эстраде. Уникальность этой женщины в том, что она сумела соединить в своем нетрадиционном подходе к лечению методологию психолога и приемы народной медицины. Кроме дара целителя, она обладает артистическим даром. Указом президента России за заслуги в области искусства Ольги Петровны Мигуновой в 1999 году присвоено почетное звание заслуженной артистки Российской Федерации. Успехи Ольги Петровны в области гипноза как методе лечения признаны во всем мире. Как специалист ее часто приглашают в Японию, Америку, Швейцарию, Голландию, Чехию. И, конечно же, во многие регионы России. Выступления единственной в мире женщины-гипнотизера везде проходят с неизменным аншлагом. В адрес целительницы приходят тысячи благодарственных писем.